колледже инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета состоялось торжественное открытие инновационных мастерских по IT-компетенциям. Это стало возможным благодаря победе колледжа в конкурсе Министерства просвещения России по направлению информационно-коммуникационные технологии. Все детали у нашего корреспондента Власия Сергеева. С завтрашнего дня в колледже инфраструктурных технологий свою работу начнут мастерские по четырем востребованным IT-компетенциям. Веб-дизайн и разработки, сетевое и системное администрирование, информационно-кабельные сети и корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности. Мы видим необходимость в специалистах, которые как минимум разрабатывают сайты для наших организаций, создают инфраструктурные сети, обеспечивают безопасность работы сети наших организаций. Таких специалистов действительно не хватает, большой дефицит. И сегодня мы, создавая эти мастерские, даем как раз-таки толчок этому движению. В общей сложности на подготовку мастерских было потрачено 40 миллионов рублей. Все помещения оборудованы современной техникой, отвечающей стандартам международного движения WorldSkills. Здесь помимо занятий для студентов колледжа будет проводиться переподготовка и обучение по IT-компетенциям специалистов ведущих компаний республики. Все наши мастера, их 6 по 2 на каждую мастерскую, обучают современным технологиям, пошли обучение, сдали квалификационный экзамен. Практически мы можем реализовывать программы 24/7 круглогодично в зависимости от спроса направлений. В период активного распространения оптоволоконного интернета крайне востребованной является компетенция информационно-кабельные сети. При подготовке кадров в этой мастерской будет использоваться современное оборудование, на закупку которого было потрачено 12 миллионов рублей. Это у нас сварочный аппарат для сварки оптического кабеля. Также вот здесь тестер оптического кабеля и тестер медного кабеля. Выдается кабель примерно 5 метров, наверное, будет. И по этой трассе они будут прокладывать и должны завести стойку и телекоммуникационный шкаф. В общей сложности в текущем году в рамках национального проекта образования на территории республики будет создано 28 мастерских. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск.